несколько концертов подряд. В основном это условно зал большой. Да, и желание организаторов и слушателей одних устроить этот концерт, а других его попасть. Это и интересно, и сложно в то же время. Гораздо проще собрать один концерт под шум в зале, чем два подряд в зале поменьше. Какие места в Донецке нравятся? Да мы столько раз были в Донецке, что это у нас практически уже один из наших родных городов. Поэтому вопрос, ответ на вопрос будет длинный. Здесь живут наши друзья, и с этим городом много связаны. Это один из тех городов, благодаря которым мы стали популярны.